Видео подготовлено сайтом онлайн gdznet Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника алгебры 7 класса «Авторы Мерзляк, Полонский и Кер» под номером 183. Нас спрашивают, при каких значениях х равно нулю значение выражения. Мы знаем, что 0 в любой степени, если показатель натуральное число равен нулю. Поэтому, чтобы наше выражение было равно нулю, нужно, чтобы основание степени было равно нулю. Итак, по цифре 1 запишем. 2х минус 3 в квадрате равно нулю. Только в том случае, если основание степени 2х минус 3 будет равно нулю. А 2х минус 3 будет равно нулю, если 2х будет равно 3. Разделим обе части на 3 и на 2, на коэффициент перед х. И тогда 3 делим на 2, это будет 1,5. И запишем ответ. Нас спрашивали, при каком значении х? При х равном 1,5. Основание степени будет равно нулю, а 0 в квадрате это 0. По цифре 2. Х плюс 4 в четвертой степени равно нулю, только в том случае, если основание степени будет равно нулю. А х плюс 4 равно 0, только в том случае мы знаем, что сумма противоположных чисел равна 0, если х равно минус 4. Поэтому ответ при х равно минус 4. Если мы вместо х подставим минус 4, то основание степени будет равно 0, а 0 в четвертой степени равен 0. По цифре 3. 6х минус 1 в пятой степени. Эта степень равна нулю. Только в том случае, если основание степени равно нулю. Прибавим единицу к обоим частям уравнения, получим 6х равно 1. Почему мы прибавили 1? Потому что сумма противоположных чисел равна нулю. Минус 1 плюс 1 – это 0, а справа 0 плюс 1 – это 1. Ну и теперь разделим обе части уравнения на коэффициент перед х. И тогда х будет равно 1 шестой. Черта дроби заменяют действие деления. Ответ. При х равном 1 шестой. Если мы вместо х подставим 1 шестую, то основание степени будет равно 0 а 0 в пятой степени равен нулю. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.